Давайте сегодня рассмотрим такое вот устройство. Клавиатура работает на герконовых релюшечках. Получается, на герконах. Я так понимаю, на кнопочках находится, скорее всего, магнит. При нажатии он замыкает контакты на герконе. Ну, или размыкает, мы это посмотрим по ходу дела. И срабатывает комбинация клавиш. Очень надежная клавиатура. Очень интересная. Даже бы не стал разбирать. Но здесь не работают некоторые кнопки. Вышли из строя, уже залипли. А так было бы интересно какой-нибудь кодовый замочек сделать. Давайте разберем и посмотрим, что находится тут внутри. Сейчас мы срежем маленько провода. Так, провода срезали. Сейчас аккуратненько раскрутим контактные группы и посмотрим, что же там все-таки внутри. Болточки, болтики все, шайбочки и так далее. По традиции складываем в баночку. Пригодятся. Особенно, когда какие-нибудь самоделки делаешь. Что-то где-то закрутить, зафиксировать. Сразу, чтобы падали туда для удобства. Так. Давайте посмотрим. Думаю, должны они сейчас как-то разбираться. Вот. Итак, давайте посмотрим. У нас получается здесь... Вот это, скорее всего, магниты, да? А, вот они сами магниты. Вот этот вот. Это крепление для них. И получается, они срабатывали вот таким макаром. Тут один геркончик вот раздолбанный, конечно, жалко. Внутри позолоченные контактики. Мы сейчас это все раскрутим аккуратненько. Все белые контакты, а один оригинальный зеленый геркончик. И все они на размыкание. Получается, при поднесении магнита контакты размыкаются. Угу. Они все работают на размыкание, получается. Ладненько.
Так, с кнопочной частью мы чуть позже разберемся. Давайте сейчас аккуратненько срежу все геркончики, чтобы не повредились. Возможно, пригодятся для каких-нибудь тоже самоделочек. Уберу. Так, и здесь у нас. Здесь у нас. Так, 4, 4, 8. Но если считать сломанный геркончик, 9 герконов здесь было. Перемычки перекушу, чтобы разбирать было легче сейчас. Так, раскрутим болтики. Спишь, да? Да, решил порядок навести тут убраться. Тоже от языка программирования мозг закипел. Тоже от языка программирования мозг закипел уже, да? Угу. Я тоже что-то посидел, получил там. Завис немножко. Еще вчера после тренировки. Сейчас спать постоянно охота. Прям засыпаю. Не знаю, я нормально вчера в спортзале позанимался. А видишь, этот, когда приседаем, у меня всегда тяжелое упражнение.
все разобрался. Тут что у нас интересного? Все больше не устойчиво, да? Да считается, да, я вчера пилил на нем. А, посмотреть конструктивно. Переделать маршрут. Вон они все заедают кнопочки. Не работают. Мы, наверное, магнитики отсюда снимем. Остальное уберем. Кнопочная группа. На герконах работала. Заедает уже, правда. Тут недоработки. А тебе нужно что? Что? Кнопки. Нет, вот геркон снял. Итак, сняли мы, вытащили отсюда магнитики все. Так вот тут они выглядят. Сами геркончики. Ну и все, что осталось от кнопок. Все это на мусор. Вот такой небольшой видеообзорчик советских кнопок калькулятора советского.